Советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков использовал неонацистский лозунг при описании строительства жилья для военных. Видео об этом инциденте разместил на своем канале в YouTube блогер Анатолий Шарий. Общаги стремить, показывать в прямом эфире, прим, ленты.ру, мы не бросим. 1.4.8.8 написал Бирюков на своей странице в Фейсбуке. Позже он удалил пост, однако Шарий сделал скриншоты, подтверждающие принадлежность страницы советнику президента Украины. 1.4.88 является кодовым лозунгом неонацистов, используемый в качестве приветствия или подписи. Его автором является американский неонацист Дэвид Лейн. 14 значит число слов в лозунге, длиной в 14 слов, придуманном Лейном, а 88 – отсылка к высказыванию Адольфа Гитлера, длиной в 88 слов. Юрий Бирюков является украинским волонтером. Он участвовал в событиях на Евромайдане. В марте 2014 года он создал волонтерскую организацию «Крылья Феникса», занимающуюся снабжением украинской армии. Как сообщил Бирюков в интервью изданию «Украинская правда», к сентябрю 2014 года его организация оказала помощь вооруженным силам Украины на сумму в 50 миллионов гривен, около 120 миллионов рублей, прим, ленты.ру. С августа 2014 года Бирюков занимает пост советника президента Украины. В октябре 2014 года он также стал помощником министра обороны. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.